Привет, ребятушки, привет, привет. Ну что, у нас сегодня такой... Все в кучу, короче говоря. Сегодня Басман. Да. Забыла опять второе название. Далмама или как-то так. Перчик жареный, вот такой красивый, смотрите. Запеченный в духовке. Помидорчики. Суши. Так, что мне тут еще? Авокадо. Вам, наверное, не видно ни хрена. Все, у меня уже сил нету. Так, ичпечмак. Или как они там? Татарские пирожки. Треугольники, блядь. Треугольники. Не матерись. А, я никогда. Так, все, отстаньте от меня. Я хочу есть, я не могу. Так ешь. Ну так вот, а вы не даете. Если чувак победит, ворота снесет. Авокадо. Ой, ребят, вообще себя не вижу. Надеюсь, выгляжу прилично. Так, Лора, жуй внимательно, нормально. Боже. Как это вкусно. Сейчас маленько успокаиваемся. Успокаиваемся. Ребятушки, сегодня день милиции. Сегодня замечательный праздник. Я хотела бы поздравить всех сотрудников милиции, честных и порядочных, с днем их праздника. Напейтесь, погуляйте, отметьте этот праздник. Я хотела бы, чтобы сегодня те, кто сидит в России уже вечер, ближе к вечеру, да? А что ближе? В Новосибирске вообще, наверное, 0 часов скоро. Те, кто сидят за столами, помяните, пожалуйста, тех, кто ушел от нас, из милиционеров. Мы сейчас, я вот поминаю прямо сейчас, Чижова Михаила Геннадьевича, нашего друга. Всю жизнь честного милиционера. И много тех, кто ушел, всю жизнь прослужив. Ну и как бы... отдав долг родине. Правильно, действительно, бывших ментов не бывает. Вот у меня сидит рядом мент, и временами прям вылезает из него ментяра. Ну что поделать? Хочу поздравить девочек, кто служит полиции. Ваше здоровье, ребята. Не болейте, живите подольше. Приносите пользу обществу. Я как вспомню, не помню, когда еще только-только Украина, по-моему, отсоединилась. Ющенко, как он? Забыла, которого отравили. Он, по-моему, на какое-то время убирал у них полицию вообще. И показывали, как люди сами
разруливали на дорогах, ну, какие-то инциденты. Гаишников. То есть люди, а, гаишников убрал, да. Люди поняли, что мы можем как угодно, что угодно говорить о полиции, но то, что она нужна, с этим сложно поспорить. И те, кто ругал гаишников, выходил на дорогу и кричали: люди, где полиция? Кто наводит порядок? Поэтому это очень тяжелый труд. По большей части за 3 копейки в общагах живут. Эти люди не живут богато. Не все, вернее. Есть те, кто принципиально не идет на какие-то нарушения и на воровство. И живут так, как живут. Поэтому мне все-таки подержать, да, надо, чтобы ты не перевернул. Ну, ты предупреждаешь. Я же вижу, что ты держишь. Нет, я не держала, пока ты переворачивать тарелку не начал. Я так хотела с вами провести прямой эфир сегодня. Может, кто-то из моих зрителей в милиции работает, девчонки. Ну, мальчиков у меня мало, поэтому как бы... Если работают, то девчонки. Но мы сейчас будем грузиться. А? Мне не нравится, когда дергать начнут. Перчик классный у тебя. Я аккуратно не пахну. Видите, еще раз покажу пирожки, какие пирожки получились. Слушай, ты что, флэкбэль получается без очереди? Значит, первые три дока, да? Ну, типа да. Они, наверное, основной груз забирают, самый тяжелый. Нет. Самый объемный. Их просто сбоку грузить можно. И что? Ну, короче. В общем, ребяточки. Я не знаю, хоть мы были нищие, я всегда гордилась мужем, который работал в милиции. Он любил свою работу. Конечно, и придурков было достаточно. Но сейчас мы о них не говорим. Сегодня мы говорим о хороших парнях, которые выполняют свою работу, которых нет дома никогда. Какая-нибудь операция «Сигнал», какая-нибудь операция там «ОБЭХ», еще какая-то операция. И толком ни выходных, ни проходных. А потом выясняется, во время операции сидели где-то под кустом и бухали. Ну, это уже за вредность, за вредность. Поэтому, мальчики и девочки, кто работает в полиции, неважно в какой стране, в странах советского этого, система практически везде одна и та же.
Желаю вам здоровья, желаю, чтобы государство заботилось о людях, которые, на которых держится это государство. И чтобы не было так, на тебе палку, а остальное заработаешь. Поэтому вы самые лучшие. Я думаю, что в любой стране вами гордятся. Опять же, мы говорим о порядочных, хороших людях, которые любят свою работу, работают честно. Вот. И защищают наш мирный сон. Приятного аппетита, дорогие мои. И если у кого-то есть возможность, если кто-то сидит сейчас за столом, пожалуйста, сядьте на свои стульчики, возьмите кусочек хлебушка, выпейте водочки или просто компотика и помяните всех, кто умер, из тех, кто дорожил этой работой, дорожил этой формой и для кого это было очень важно. Все, пока-пока, дорогие мои, с праздником! Всех полицейских с праздником! С днем милиции! Вот такой каламбур. Милиционеров с днем... Не, полицейских... Полиционеров с днем милиционеров! Пока-пока! В Украине же милиция? Ну или тоже полиция? И в Беларуси? А, ну значит и милиционеров с днем милиционеров! Это Вася еще. Пока-пока, дорогие мои! Пока-пока!